21 октября 1941 года главное командование германских сухопутных войск издало директиву «Основные положения борьбы с партизанами». Эта директива содержала подробные указания о том, как оборонять пути сообщения, и устанавливала средние нормы войск их охраны, примерно один батальон на 100 километров железнодорожных путей. Так противником была образована линия фронта вдоль железнодорожных коммуникаций. Но это было только начало. Вскоре подобные меры пришлось разрабатывать для охраны населенных пунктов, дорог и мостов. Это был тот фронт, возникновение которого не сумели предвидеть ни план «Барбаросса», ни германская разведка. В реальной ситуации 1941 года, когда об открытии союзниками фронта в Европе не могло быть и речи, именно действия партизан открыли настоящий второй фронт в тылу вермахта, рвавшегося к Москве. Наиболее ценным вкладом партизанских сил в разгром врага следует считать результаты их действий на вражеских коммуникациях, особенно железнодорожных. Мысль об организации партизанского и подпольного движения на захваченной врагом территории появилась только после начала Великой Отечественной войны, после первых поражений Красной армии. Вообще ни одна страна не готовится к ведению партизанской войны. Потому что не предполагает, что война будет идти на своей территории. Но Советский Союз здесь был исключением. В 20-е и в начале 30-х годов советское военное руководство целенаправленно готовилось развернуть партизанскую войну в случае вражеского вторжения. С этой целью занимались подготовкой организаторов партизанского движения, выделялись определенные средства для ведения партизанской войны. Существовали уже определенные инструкции в отношении деятельности обкомов, райкомов в условиях возможной оккупации. То есть такой сценарий не исключался. В 1930-е годы партизанские кадры понесли невосполнимые потери. Были уничтожены многие работники Генштаба, сотрудники Наркомата внутренних дел, секретари комитетов партии, занимавшиеся подготовкой к партизанской войне, командиры Красной армии, имевшие специальную подготовку. Были ликвидированы партизанские школы во главе с компетентными руководителями, тайники, предназначенные для партизанских сил. Кто же возглавит партизанское движение в случае нападения на СССР? Главным образом те коммунисты-подпольщики, кому довелось принять участие в первой вооруженной схватке с фашизмом в Испании. Подготовка Красной армии к войне, к будущей войне с Германией, занимала всю вторую половину 30-х годов, после прихода Гитлера к власти. И поэтому, как только возникли первые очаги, первые локальные войны, этот опыт стали изучать, первым таким полигоном стала Испания. Уже тогда была создана целая система по изучению этого опыта. Есть все основания полагать, что если бы все мероприятия по подготовке к партизанской борьбе сохранились к началу войны, то даже при внезапном нападении фашистской Германии на Советский Союз, вражеские войска, подойдя к Минску и Киеву, могли бы остаться без боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Оккупантам не удалось бы использовать и захваченные железные дороги. Представители плана «Барбаросса» предполагали первоначально нанести главные удары на флангах, то есть на юге, на Украину с выходом к Дону и на северо-восточном направлении с выходом к Ленинграду. И после этого завершающим аккордом этой войны должны были стать удары по Москве. Нельзя в этой ситуации исключать и болезненную подозрительность Сталина по отношению к потенциально четко организованной структуре подпольного аппарата сопротивления, которым, как он считал, могли бы воспользоваться в своих целях оппозиционеры. Готовность Советского Союза к ведению партизанской диверсионной войны носила в себе те же самые черты, как готовность всех вооруженных сил Красной Армии к войне. Если в целом, то к этой войне в 1941 году Советский Союз оказался не готов. Та подготовка очень долгая, длительная, многолетняя, которая велась в 20-е годы, в начале 30-х, к сожалению, была действительно перечеркнута. Основные ее достижения обесценились, были утрачены, и поэтому приходилось все начинать сначала.
постановление ЦК ВКПБ от 18 июля 1941 года об организации борьбы в тылу вражеских войск партия призвала республиканские, областные, краевые и районные партийные организации возглавить организацию партизанских формирований и подполья, всемерно помогать созданию конных и пеших партизанских отрядов, диверсионных истребительных групп, развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов в войне. Полуголодный советский народ жил нищенски, в целом, массе. Но его не огорчало, что основные средства идут на войну. Ведь верили, это надо, кругом враги. Тогда же, в июле 1941 года, в Москве и Московской области началась подготовка к развертыванию партизанской борьбы в случае, если противнику удастся дойти до границ Подмосковья. Эту работу возглавил областной штаб по руководству подпольем и партизанским движением. Действовал он до января 1943 года. Штабу подчинялись подпольные окружные комитеты партии. Всего на территории Московской области было создано 12 окружкомов. Первый секретарь районного комитета партии Краснополянского района Московской области, общерайонный комиссар партизанских отрядов Латышев, вспоминал: «В конце августа или начале сентября мы стали подбирать отряд. Мы заочно намечали людей из партийного и советского актива, с кем нужно было вести разговор». Наметили человек 80-85. Стали вызывать их в райком партии. Осталось у нас 60 человек в двух отрядах. В основном в отряд входили работники райкома партии, исполкома райсовета, председатели сельсоветов, председатели колхозов. Было заложено 4 продовольственных базы и 5 баз боеприпасов в разных местах района предполагаемых действий. Была землянка сделана на 40 человек. Там были 2 маленькие печки. В каждом районе Московской области было запланировано создание 2-3 партизанских отрядов численностью по 40-50 человек. Всего был создан 41 партизанский отряд. Кроме того, на оккупированной территории Московской области действовали 377 диверсионных групп. Общая численность партизанских отрядов и диверсионных групп достигла 15 тысяч человек. Вермахт в действительности не готовился к широкомасштабным контрпартизанским действиям. Весь опыт войны в Европе – это опыт блицкрига, когда после поражения армии одна за другой страны Европы подписывали капитуляцию, сдавались. И эта же модель предполагалась в войне с Советским Союзом. В Верейском районе партизанский отряд при РК ВКПБ был организован с момента появления немцев 10 октября 1941 года преимущественно из партактива. Основной базой для формирования партизанских сил в первый год войны послужили истребительные батальоны, оперативно подчиненные НКВД. Строительство партизанских формирований велось по территориальному признаку. К нему приступили лишь после начала войны, в экстремальных условиях. Отсутствие подготовительной фазы партизанской борьбы. Ставка на кратковременность партизанских действий в ближайшем прифронтовом тылу противника, насыщенным войсками. Все это обусловило низкую жизнедеятельность партизанских формирований. Большие, неоценимые возможности превращения партизанских отрядов в очень эффективную силу в тылу врага уже в 1941 году были упущены из-за того, что части Красной Армии, оказавшиеся в окружении, выполняли приказ прорываться через линию фронта, вместо того, чтобы переходить к партизанским действиям. В результате в первые 3 месяца войны попали в плен и пропали без вести свыше 2 миллионов воинов Красной Армии. И это на местности, где были все условия для ведения партизанской войны. Я приведу только один факт. Организацией партизанских отрядов занималось сразу 4 различных ведомства. Это Генеральный штаб Красной Армии, это Главное политическое управление Красной Армии, это Наркомат внутренних дел и Центральный комитет партии. И очень часто их действия были абсолютно не связаны, не согласованы, не скоординированы друг с другом. Как результат, и ячейки подпольщиков, и партизанские отряды несли совершенно неоправданные
потери которых можно было бы избежать, если бы к этой войне действительно готовились заранее. Стремительность немецкого наступления воспрепятствовала полноценному снабжению и оснащению партизан. Многие отряды оказались без продовольствия и боеприпасов. К тому же действовала сталинская установка. Основное снабжение партизан – трофеи. Между тем, за счет трофеев партизаны обеспечивали себя взрывными устройствами лишь на 10%, а боеприпасами, которые собирали на полях сражений, лишь на 15%. Из отчета о деятельности партизанского отряда Латошинского района. При внезапном появлении немцев среди некоторой части коммунистов получилась паника. Часть коммунистов, названы 8 фамилий, струсили. В отряд не явились, а истребительный батальон при отходе из района был обстрелян немцами, после чего на точку сбора из 196 человек явилось только 54, остальные разбежались. В ту же ночь подрывники отряда Проскунина сумели подобраться к Становищенскому мосту. Тихо сняв часовых, спустились в воду и заложили взрывчатку под сваи, минировали подходы. Вскоре мост взлетел на воздух. Немецкие саперы 4 дня восстанавливали мост. Подошедшая в обход к Волоколамску моторизованная колонна наткнулась на мины и партизанскую засаду в лесу. Количество людей, которые готовы были сотрудничать с Гитлером, очень сильно отличалось по регионам. Если мы возьмем Прибалтийские республики, то там было очень много желающих вступить в легионы СС. Довольно много желающих было в районах Западной Украины и Западной Белоруссии. Что касается коренных российских регионов, то там, конечно, этого коллаборационизма не было. Предатели были, и есть, и будут, к сожалению, всегда. В коренных регионах Советского Союза предательство не носило массового характера. Хотя, конечно, немцы приложили очень серьезные усилия, чтобы вооружить тех, которые готовы были сражаться на их стороне. Приходилось сталкиваться и с предательством. Свидетельство командира одного из партизанских отрядов под Солнечногорском Рюмкина. Когда немцы приходили в деревни, то они иногда устно, а иногда и в письменной форме обращались к населению с воззванием выдавать партизан. Причем за поимку командиров партизанских отрядов они установили премии в 10 тысяч рублей. Среди населения находились охотники получить эти деньги за наши головы. По вопросу о коллаборационизме здесь есть две позиции. С одной стороны, очевидно, что на стороне интервентов во Второй мировой войне выступило гораздо меньше людей, чем во время Гражданской войны. Ясно, что Советский Союз был более монолитен, чем Советская Россия на заре советской власти. Кроме того, репрессии, они во многом ударили по бывшим оппозиционерам, по тем, кто в гражданской войне выступал как раз против Красной Армии, либо уже внутрипартийным оппозиционерам, которые представляли угрозу или имели основание быть очень недовольным Сталиным и его верхушкой. Солнечногорский отряд своевременно предупредили об опасности, и он успел передислоцироваться. Успел уйти от врага и партизанский отряд Латошинского района. Его пыталась захватить группа рабочих МТС, получившая оружие от немецкого штаба. Отряд Живерейского района немцам все же удалось разгромить по наводке предателей. И он был переформирован. Как только гитлеровские оккупационные власти проявили во всей красе свой проект против славян, тут никаких иллюзий уже не осталось у местного населения абсолютно. Потому что в проекте Гитлера было сокращение населения Центральной России, то есть славянского ядра, чернозем, на 40 миллионов человек. Для поддержания боевого духа очень важна была информационная поддержка извне. Но газеты приходили редко, радиоприемники ломались. «В землянке у нас было радио», — вспоминали партизаны Высокинического района. Пользовались последними известиями. Потом получаем речь Сталина с самолета. Устроили громкую читку, и потом по нескольку раз каждый читал индивидуально. После этой речи мы почувствовали, что мы сильны. Мы так ее читали.
Есть у американцев такое емкое выражение, которое они применяют к повседневности. Both. И то, и другое. Вместе. В комплекте. А совершенно уверена, что как в 17 веке, так и в 20-м в этом событии сливаются две вещи. Естественный страх за свой дом и желание его защитить, и готовность власти в такие минуты роковые быть не против своего народа, а вместе с ним. Слово правды, донесенное с большой земли для тех, кто попал в оккупацию, было важнее всего. Порой важнее оружия и взрывчатки. И партизаны понимали это. Из Москвы в оккупированные районы направлялись листовки и газеты. На партизанские базы их доставляли самолеты, несли на себе курьеры. Часто партизаны переписывали листовки от руки, слушая радио из Москвы. А далее, в деревни и села, через вражеские посты и заслоны, их несли связные. Понемногу, всего по нескольку листков, но в каждую деревню. И очень часто ценой этого слова правды была жизнь. Листовки и газеты передавались в деревнях из рук в руки. Настоящим праздником стала сводка Совинформбюро от 12 декабря 1941 года о провале немецкого плана окружения и взятия Москвы. Весть о скором приходе Красной Армии мгновенно облетела оккупированные районы Подмосковья. Из отчета Московского обкома ВКПБ о партизанском движении на территории области. Партизаны Подмосковья провели сотни смелых боевых операций по истреблению живой силы и техники противника. По далеко не полным данным уничтожено солдат 3700, офицеров 215, самолетов 4, танков и бронемашин 26, орудий 30, легковых штабных автомашин 53. Кроме того, уничтожено большое количество боеприпасов и военного снаряжения. Эффективность этих операций можно сравнить с эффективностью налетов бомбардировочной авиации при значительно меньших людских потерях и экономии взрывчатых веществ. По самым скромным подсчетам исследователей, проведенным также с учетом документов противника, перерывы в движении на железнодорожных направлениях и перегонах в годы войны составили в общей сложности около 6 тысяч суток. При этом основным способом партизанских действий являлись крушения поездов, на долю которых приходится 66% всех перерывов в движении. Только в результате безвозвратного выведения из строя 2400 паровозов агрессор не смог переправить на фронт и обратно тысячи эшелонов. В декабре 41 года было принято решение о создании центрального штаба партизанского движения. Но вскоре Сталин свое решение отменил в январе, после того, как обозначился разгром немцев под Москвой. Он дал установку прекратить формирование центрального штаба партизанского движения. И лишь 30 мая 42-го штаб все-таки появился. Безусловно, партизаны не могли сдерживать продвижение фашистских войск вглубь территории СССР. Но они сковывали все возрастающее количество соединений, привлекаемых для обеспечения безопасности вражеских войск. Контрпартизанские акции вермахта носили характер регулярных военных действий. Партизанские силы, по самым скромным подсчетам, отвлекали на себя до 5% войск противника в конце 1941 года и до 30% в 1943-1944 годах.